И теперь по порядку. На месте строительства новых домов для погорельцев установят веб-камеры. Следить за ходом восстановительных работ можно будет посредством интернет-ресурса. Напомним, что на возведение жилых массивов, пострадавших от пожаров в поселках, отводится меньше 3 месяцев. Дома должны быть сданы под ключ к 1 декабря. Насколько готовы площадки к началу строительства, в эти дни проверяют представители областной администрации, подрядчики и энергетики. Сегодня они побывали в Руднянском, Жирновском районах. Вместе с инспекцией на месте будущих новостроек работает и наша съемочная группа. По телефону мы связались с Игорем Морозовым. Участники инспекционной группы посетили сгоревшие поселки в Руднинском и Жирновском районах. Именно здесь, в деревнях Русская, Бундевка, Осечки, Фоменково, сгорело в общей сложности 243 дома. Все погорельцы сейчас размещены в лагерях отдыха у родственников. Уже в ближайший понедельник на месте пепелищ начнет работу строительная техника, которая подготовит площадки под возведение домов. Сейчас погорельцам предстоит определиться, что взять в качестве компенсации – деньги или новый дом. Выбор нужно сделать уже на следующей неделе, когда строительство перейдет в активную фазу. Кстати, на стройплощадках будут установлены веб-камеры, поэтому следить за ходом работ сможет каждый. Игорь Морозов из Жирновского и Руднинского районов.